зрители. Вы меня извините, но в прошлый раз как-то неожиданно прервалась запись. Это потому, что я вместо того, чтобы снять паузу, случайно закончил запись. Ладно, давайте уж все-таки продолжим. Я тогда так и не отнес юнитор Сатурусу. Я сейчас сделаю это. Я планировал сначала юнитор отдать... Во имя магии! Но не успел. Так, я нашел юнитор под каменным кольцом. Я нашел юнитор в гробнице под каменным кольцом. Хорошо, это уже второй камень. Но нужно найти еще три камня. Иди и попытайся их раздобыть. Надеюсь, у тебя... Раздобуду еще. Так, ну что ж, идемте дальше. Так, какое место с юнитором сейчас ближе всего от нас? Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Так, там, где нижний левый конец звезды, это я уже обследовал. Раньше все было намного лучше, не то, что сейчас. Так. А, давай поговорим так, о чем-нибудь кстати, другом. Правый луч верхний у звезды. Да, обследовать не надо, там мы уже юнитор забирали. Там же этот вроде как... Помните, тот был сумасшедший послушник, которого мы убили и забрали у него юнитор. Так что все, и почему эти получали считаются. Так, ну похоже на ближе не всего ко мне... Решение. Верхний левый луч. Наверное, это правда. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так. Какой-то счет. И нижний правый. Ладно, пойду, наверное, не верхний хотел бы левый я, луч. Чтобы со мной поступили так. По пути как раз загляну в шахту. Так ты говоришь... У нас просто закончился антивирус, и мы еще не активировали лицензию. А, это же тот торговец-болотник, которого прислали за место этого пьянчуги и длы Сидры. Повезло, шахта как раз недалеко отсюда, а недалеко от шахты находится и еще одно местечко с юнитором. Раньше все было намного лучше. Не то что сейчас. Чужие проблемы не мое дело. Так, переплывем это озеро.
справишься. И в шахту. Да, кстати. А хотя все уже. Я тут думал спросить, где ж тогда стражи будут брать... Привет! ...слюну ползунов для Коргалома, ведь ползунов-то больше нету здесь, в этой шахте. Королеву я убил, а всех остальных ползунов вырезали. А теперь вспомню, Коргалом, он же ушел, ему больше-то слюна не нужна. Я... У меня... Так, купим, во-первых, у него тут все, что мне нужно. Так. Орчий молот отдаю, меч смерти. Так, какой тут ржавый большой меч? Краши варроки. Так, 350 есть. Можно купить еще что-нибудь. Ну, например, арбалетные стрелы. Они мне наверняка потом тоже пригодятся. Так. Ну и больше мне тут ничего не нужно. Так, идемте к следующим торговцам. Скуплю у торговцев все, что мне нужно. Ой, немножечко долбанулся. Сейчас акробатика. Только сохранимся. А то я вроде тут невысоко, но прыгал, когда без акробатики разбивался тут насмерть. Нет, акробатика не спасла. Странно. Ну да ладно. Так, а я... У тебя все в порядке? Могу осмотреть? Только не соз... У тебя все в порядке? У тебя все в порядке? У тебя все в порядке, конечно. Я могу... Еще бы. Так. Вот это и это. Это все отдаем. Это тоже. Ой, многовато. Что бы еще продать такого? Что стоит, что имеет стоимость один и что мне не нужно. А факел продам, все равно они мне не нужны. Принять. Так, осталось еще руду всю скупить у того плавильщика. Стражи ушли. Раньше тут они стояли и разговаривали. А теперь, когда нет ползунов, они все разошлись. Интересно, а внизу они остались или ушли тоже? Ведь после того, как ползуны перевелись в этих шахтах, им тут делать нечего. Ну, стражам, я имею в виду. Да, так и знал, стражей здесь больше нет. Привет! О, Вайпер уже оделся в этот, как его, в доспех старого лагеря. Ты, если... Так, давай сюда всю руду. Я тебе за это отдам... лишнее.
монитор доставать. Пойдемте теперь за юнитором. Так, по карте мне... Так, монитор находится... Ага, вон там. Почему я, вы спросите, не включил карту, где показаны юниторы, но я там запомнил вот это место на карте. О, картокрысы. Сохранюсь-ка лучше, прежде чем сражаться с ними. И подманю к себе одного. Во, вот здесь будет идеальное местечко. На тебе, на. Кусаться вздумал, паршивец. Ну, я тебе еще покажу, как кусаться. Ладно. Замочим теперь тех двух. Сразу вдвоем. Иди отсюда. Так, ну посмотрим. Обычно в пещерах всякие приколы лежат, особенно если их кто-то охраняет. Эликсир. Это был эликсир маны, потому что он сильный. Ну, эликсиры мне, в принципе, тоже пригодятся. И жизни, и маны. Вот, ладно, после того, как сцапаем юнитор, заглянем-ка в старый лагерь. Изучим следующий круг магии. Ой.
залез. Кто тут? А, волки. Кого это они тут жрут? Они кого-то тут едят. И кого они тут, интересно, едят? А, это ж рудокоп из старого лагеря. Бедняга. Ну, покойся с миром. Мы уж отберем тебя. Ты уж не сердись на нас. Меч стражника в пещере. Да, я эту пещеру, кстати, не исследовал еще. Но меч стражника, он слабый. Не такой сильный, как мой топор. От орков. Ой, еще глорхи. Лучше выпью парочку эликсиров и сохранюсь. Как я уже говорил, сохраняйтесь в играх почаще, друзья мои. Сохраняйтесь почаще. Ой, там еще три глорха. Сколько же их тут? А, ну небось, понятное дело, тут же юнитор скоро, вот они тут поставили разработчики зверей каких посложнее. Чего? А, они меня ни разу даже не куснули. Сохранимся еще разок. База нового лагеря, где никто со мной разговаривать не будет, а сразу будут нападать. И уже убивать будут. Ладно. Эй, я уж думал, ты погиб. Недавно я тоже так думал. С момента нашей последней встречи много чего случилось. Я слышал, ты не последнюю роль сыграл на церемонии призыва у сектантов. Да ты так много знаешь? Даже больше, чем ты думаешь. Теперь ты ищешь юнитор? Ага. Да, один из этих камней находится где-то здесь. Я знаю, где лежит один такой камень. Но тут есть проблема. Понятно. Что ты за это хочешь? А ты неплохо выучился. Но сейчас дело не в этом. Не в этом? Так что же это за проблема? Проблема тонны на три весом. Пойдем. Увидишь, сам поймешь. Тонны на три весом? А, значит, там какой-то громадный монстр. А, ну я знаю, кто там. Я там убью их, если они будут мешать мне. О, достигнули.
Опа, тут уже гоблин-воин. Помните, у нас были обычные гоблины, черные гоблины, а это гоблины-воины. По левую сторону ущелья, вход в пещеру, где хранится Юнитор. Понятно, сначала нам придется избавиться от той огромной твари. Чтобы справиться с троллем, нужно найти его слабое место. Или придумать что-нибудь еще. Я отвлеку его. Вон он. Я убью их, если они будут мешать мне. Каменный корень. Ой. Я убью их, если они будут мешать мне. Ему, кстати, этот тролль ничего не сделает, так что можно с ним не переживать. Спокойно обшарим. Вот эти вот. Что это у него там было? Гоблинские ягоды, бонус к ловкости 1. О. Спасибо. Да, кстати, вон того гоблина убьем. Промазал. Подойду поближе. О, попал. Расстрелял его. К чертям. Так, тут есть лебедка. Диего там тролля мочит. Так, давайте-ка поможем ему. Ну-ка, что там за свиток? И что это мы там за запись нашли? Документы. Страница дневника это. День 159. Я перепробовал все средства. Самое лучшее — сталь не оставляет на тролле ни царапины, а стрелы попросту отскакивают, будто шкура у него из камня. Но сегодня я сделаю это, я уверен. Боги благоволят ко мне. Я использую магический свиток, который купил в Харинисе. Он обошелся мне в 50 монет, но как только я проверну это дельце, расходы с лихвой окупятся. Сегодня я убью тролля. Свиток. Так. А, так этот свиток уменьшения монстра. Но сейчас мы этого тролля уменьшим. Эй, ты! Тролль! Теперь тебя убить будет проще простого. Просто фантастика. Да, ты вовремя среагировал. Что ж, идем за Юнитором. Я побуду здесь. Присмотрю, чтобы не было всяких неприятных сюрпризов. Так. Шкура тролля. Наверняка дорого стоит. Так. Тут надо крутануть лебедку, чтобы открылась дверь к Юнитору. Лебедку заклинило. Не работает. Похоже, заклинило. Дай-ка мне взглянуть, может быть, удастся что-то сделать. Ну-ка, Диего, пофикси тут. Это, походу, баг какой-то в игре. Он не лебедку починил, а в земле покопался. А, прикольный баг. Вот, теперь должно заработать. Ну-ка. Пойдем. Открылось. Ой, опять гоблины.
Походу, я их освободил. Я убью их, если они будут мешать мне. Диего всех их расстреливает. Но он несколько постреляет. Остальные просто так. Враг повержен. Иди за Юнитором, а я подожду здесь. Сейчас лучше выпить зельку. Там кто-то есть. Это гарпии. Знаю я эти твари. Их трудно убить обычным оружием. Расстреливать надо. Ну-ка, приведу их к Диего. Я убью их, если они будут мешать мне. Да вы меня задрали, сволочи. Блин, еще орут громко. Сам ведь играл. Ой. Это, походу, антивирус что-то выдал. О-оу. Попробуем завалить тебя прямо здесь. Попробуем завалить тебя прямо здесь. Да ты... Оттуда-то попало. Блин, еще орут громко. Уши режет. Посмотрим, как вы отреагируете на магию. Блин, огненная стрела, конечно, она не особо мощная. Ой, опять свечерело. Вот же только отоспался. Чуть как-то быстро стал вечер наступать. В готике. Ух. Ну попробуем жахнуть. Еще одна. Ну давай, иди сюда, ты говно собачье. Блин. Ну как же они противно орут, а? Вот, Юнитор из каньона тролля.
Он мой. Ой, музончик. Страшный. Надо будет еще зельки купить. Попробуем спрыгнуть отсюда. Только аккуратнее. Аккуратно. Эй! Я сказал аккуратно. Ну и ладно. Нашел юнитор? Отлично. Ладно. Мне пора возвращаться в старый лагерь. Желаю удачи. Смотри, будь осторожен. Еще увидимся. Мне туда же. Я тоже иду в старый лагерь. Отсюда как раз недалеко. Тут больше никакие глорхи мне не мешают, я их всех вырезал. Чтобы пристрелить его. А, блин, да нет тут никакого кротокрыса. Это я бочки за него принял. Только не знаю. Возможно, много болтают. Не думаю, что здесь возможно что-нибудь. Сколько можно повторять одно и то же? Диего уже здесь? Фига он быстрый. Он не будет против, если я заночую у него. Не думаю, что здесь что-нибудь изменится. Сохрани это в тайне. Больше не хочу. Там что-то есть. Так, для начала мне надо у Тореза кое-что купить. Давай-ка мне побольше зелек. Мне уже надоело это слушать. Что я тебе тут могу взамен дать? Никому нельзя доверять. Каждый может обмануть. У меня ж трофеев дофига. Возьми все когти. Не хватает. Тогда зубы. О, лишка. Кое-что у него тогда сам возьму. Еще. Ой, теперь не хватает. А, зубы-то я ему не все отдал. Вот еще. Все равно не хватает. Шкура бракориса. Крылья, волчьи шкуры и шкура тролля. Все равно не хватает. Кое-что лишнее можно все-таки убрать. Не думаю, что здесь что-нибудь изменится. Забирай. Я у тебя еще хочу руны купить, если у меня нету. Огненный шторм, огненная стрела, исцеление свет. Каких у меня нету рун? У меня огненного шторма нету. Куплю. Да, многовато стоит. Ну, яйцо ползун, яйца ползун.
тебе продам, мне-то они все равно не нужны. Оружие ненужное продам. Не хотел бы я попасть в подобную переделку. Это же не мое дело. Возможно... С тобой только кузнечный молот и одну кирку. Блин, все равно не хватает. Так, стоп. Раз я купил руноогненный шторм, то... Нет, руноогненная стрела у меня есть, значит, мне не нужны свитки огненных стрел. Свитки исцеления мне тоже не нужны. Мне уже надоело это слушать. А свитки света тоже. Лучше куплю-ка у тебя... Я не хочу в это ввязываться. Еще зелик. Блин. Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. 126. Наверное, ты прав. Ну, куплю у него тогда еще руды кусочек. Здесь никому нельзя доверять. Вокруг слишком много предателей. Слишком. Отстань ты от меня. Что этим дело не кончится. Да, что-то Мильтона тут нету. Я знаю, он в землях орков сейчас сидит просто так. Кариста. Третий круг – очень важная часть пути, который проходит каждый маг. Его постижением завершается твой поиск. Ты уже на середине пути познания магии. Ты уже умеешь читать заклинания рун. Это знание станет основой для дальнейшего совершенствования. Подумай, прежде чем использовать ту или иную руну. Ты можешь считать ее или нет. Если ты сделал выбор, познай свой. Да, ты, по-моему, мне это уже говорил. А сколько надо для четвертого круга? 25. Я не могу. Недостаточно очков обучения. А у меня сколько этих очков? У меня только 10, то есть мне надо еще 2 раза новый уровень получить. Интересно. Ну, 5 очков можно смело растратить. Я уже знаю на что. Даже 1 очка, по-моему, хватит. Схожу-ка я к тому вору. Гораздо лучше. Не хотел бы я попасть в подобную переделку. Стоп, не в ту сторону, он же там живет. В этом деле главное выждать время. Как можно не понимать этого? Не тут? Нет, не тут. Но он тут где-то. Да, кстати. Повар, гони мне рану. Привет! Ты говорил? Конечно! Так я ж вроде поспал. Почему рагу закончилось? Странно. Привет, друг! Ты можешь научить меня чему? Зависит от... Так. Давай сюда вскрытие замков. Я хочу после не... с 2 уровня. Все, о краже мне учиться не надо. Это фигня. Пойду-ка я лучше назад к магам. Да научусь хоть мане. У меня 3 очка еще осталось. Да, дурное дело, точнее, не хитрое. На самом-то деле 8, но потратить мне надо только 3 очка. Здесь нельзя говорить, что я не причастен. Остальные 5 приберегу. Во имя... У меня было 25, и заново не трать. Мне нужно увеличить магическую силу. Не получать. Я мог... А, забудь я. Чтобы не получать новый уровень, 3 раза. Вот. Нельзя верить всему, что говорят. Ну все. То у меня уровень маны маленький. Нельзя
Ну все, на этом прохождение, наверное, завершается. Напоминаю, если вы хотите тоже поиграть в эту игру, то ссылочку на скачивание ищите в описании под первой частью.